Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать на новое видео по проекту Путь Бравл Пасс. И прошло 5 дней с момента выхода прошлой серии, и я хотел бы поделиться с вами результатами. Но вначале, ребят, у меня есть очень важное задание каждому из вас. Прямо сейчас опуститесь под видосик и проверьте кнопку подписаться. Если вдруг она красная, скорее нажимайте, делайте ее серой. Ставьте лайк этому видосику, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления. Это максимально важно. Давайте на все про все 5 секунд. Готовы? Раз, два, три, четыре, пять. Сделали. Спасибо большое. А теперь начинаем. И давайте вкратце расскажу, что это за проект и что мы здесь делаем. В общем, этот проект был создан одновременно на двух аккаунтах. На одном аккаунте я купил Бравл Пасс, на втором аккаунте не покупал. И я прокачиваю их вместе, то есть день в день. Все квесты, все я забираю. И посмотрите, что произошло. На аккаунте без доната, примерно за полторы недели, я прокачал 25 уровень. Смотрите, здесь я верхние награды не могу забрать. Здесь я делаю меньше квеста, потому что эти квесты мне недоступны. Но на аккаунте с донатным Бравл Пассом я прокачал 31 уровень. Понимаете, насколько разница? Разница просто колоссальная. Здесь 25, там 31. Обгон уже на 6 уровней. И сегодня мы с вами заберем награды и на том аккаунте, и на этом. Конечно, заберем награды на пути к славе. Заглянем в магазинчик, заберем подарок, который бесполезен в принципе. И заберем все награды на Бравл Пассе. Да, ребята, небольшой спойлер, на аккаунте с донатом уже появился гейл. Ну, точнее, я его не забирал, но мы сегодня его заберем. Итак, давайте, аккаунт без доната. Заберем командные события. Наконец-то они появятся здесь. Будет больше заданий. Дальше следующее. Забираем 25 жетончиков. Я закину все-таки себе на Джесси, пускай будут. Я здесь не прокачиваю огромное количество кубков. Забираю себе золото. Большой ящик. Посмотрим, сравним, сколько будет бравлеров. Сейчас тот аккаунт уже опережает, если не ошибаюсь, на... Здесь у нас 9, там 11 бойцов. Посмотрим, что будет в конце сегодняшней серии. Итак, забираем себе Брока. Брок за 1000 кубасов, но это бесплатно. Там он тоже будет, все окей. И здесь больше ничего забрать мы, увы, не можем. 1000 кубасов здесь. Получается, здесь ровно 10 бойцов. И погнали теперь на путь к славе. Здесь, конечно, есть мегаящик. А там будет 2 мегаящика, немаловажно. Итак, давайте, большой ящик. Погнали, начинаем открытие сегодня на этих обеих аккаунтах. Ребят, и большая просьба, реально поддержите лайком эту рубрику, потому что прошлые видосы максимально плохо заходили. Поэтому я делал ее намного реже. То есть я хотел каждый день выпускать, прогресс показывать, но видосы заходили слабо. Я решил прокачать много сразу уровней, чтобы показать максимально крутой контент. Поэтому, ребят, поставьте лайкусик, очень прошу. И да, ребят, внимание, загляните в магазин. Видите, снова пропал код Робзи. Я не понимаю, почему так происходит, постоянно пропадает код. Ребята, проверяйте, вводите код автора, он должен быть всегда у вас, у всех, кто меня смотрит, ребят, это важно. Итак, погнали дальше, маленький ящик. Маленький ящик, здесь награды такие себе, не очень. Большой, ну-ка давайте, большой. Да вообще ничего не падает, понимаете? Тут еще везение, очень сильно влияет везение. Так, подожди, а какие бойцы у меня выбиты? Хоть один эпик. А, здесь Джеки, там тоже Джеки есть. Получается, у нас еще, смотрите, один даже редкий есть. У нас 4 сверхредких, ну и понятно, эпики, мифики, леги у нас не выбиты. Все, все мы понимаем, 7 наград. Забираем золотишко и мега ящик на аккаунте с Бравл Пассом без доната. Надеюсь, я вообще надеюсь, что что-то выпадет. Серьезно? Даже Пока не выпал? Вы понимаете? Это капец, просто жесть. Неужели на аккаунте без доната уменьшается шанс выпадения? Ладно, но это реально просто мои догадки. 2, 1, 0. Нифига не выпало, ребята. Большой ящик, большой ящик. Вся надежда на тебя. Да, наконец. Ну это да, я так и думал. Я так и думал, что выпадет Пока. Да, это последний редкий боец. Пока мы с вами выбиваем, забираем 10 гемасиков. Кстати, на этом аккаунте я, знаете, что сделал? Я купил вчера за 30 гемов, ну, у меня были гемы, я получил их на пути Бравл Пасса. Я купил себе жетоны. Была акция, 29 гемасиков, стоило там 1500 жетонов, я их себе забрал, поэтому у меня жетончики есть. Это хорошо, это хорошо. Погнали дальше. Большой ящик и еще маленький ящик сегодня у нас будет. Так, 3, 2.
Знаете, мне кажется, с маленьких ящиков вообще шансы понизили после обновления, потому что мне реально за все открытия ни одного выпадения не было на маленьком ящике. Итак, аккаунт без доната, точнее, аккаунт Бравл Пасс без доната, мы вскрыли полностью. Получается, у нас 11 бойцов, мы забрали себе Брока и выбили Пока. То есть у нас сейчас 11 бойцов, и мы сравнялись с аккаунтом, на котором Бравл Пасс с донатами, прямо сейчас на него зайдем. А это аккаунт под названием Путь Донат Пасс. То был Путь Бравл Пасс, а это Путь Донат Пасс. Но это одно и то же, просто здесь донатом. Итак, какой здесь ждет нас подарочек? Подарочек у нас монетки, неплохо. Видите, 22 гемасика. Я, кстати, заберу себе двоитель жетонов, вот этот вот. Так, что у нас дальше? 31 уровень. Как видите, тоже квесты были все сделаны. Возможно, появились... Нет, видите, здесь все квесты сделал, потому что здесь открыты квесты, в отличие от того аккаунта. Ну окей, смотрите, здесь уже у нас 11 бойцов. Как видите, уже. То есть у нас одинаковое количество. Мы сейчас с вами забираем события. Забираем новое событие. Получаем здесь 10 жетончиков. Забираем себе очки силы. Закинем себе на Джесси, пускай валяются здесь. Забираем себе сейчас золото и забираем большой ящик вместе с Броком. Потому что Брок у нас и там, и здесь получился. Так. Нифига. Офигеть, здесь уже бравлер. Вы понимаете? Это Рика, это сверхредкий Рика. Капец, мы уже выбили здесь бравлера. Понимаете? Мы просто на пути к славе уже выбиваем себе бравлера. Это просто жесть. Это просто жесть. То есть мы сейчас выбиваем Рика. Забираем себе Брока. И у нас еще кучу ящиков на открытие. Забираем себе золотишко. Итак, у нас уже, ребята, 13 бойцов. То есть на 2 бойца этот аккаунт обгоняет аккаунт, который без доната с Бравл Пассом идет. А путь Бравл Пасс отстает на 2 бойца от путь Донат Пасса. И у нас еще 20 наград. Причем у нас и верхняя, ребята, линия, и нижняя линия еще здесь будет Гейл. Это просто будет жестко, ребята. Видосик просто пушечка. Итак, забираем награду за 19 уровень. И 2 мега ящика, смотрите, светится. Я думаю, что мы с вами давайте, наверное, все-таки заберем сначала верхнюю линию, потом заберем нижнюю, да? Мне кажется, будет так интереснее. Итак, мега ящик, погнали. Фух, и 5 предметов. Ну ладно, ладно, пускай, да. Нам повезло на пути к славе, не повезло сейчас здесь. Окей, пускай будет. Но 200 жетонов выпадает. Забираем 100 голды, это неинтересно. Забираем еще большой ящик на верхней линии. Здесь у нас что-то выпадает? Нет, ничего не выпадает. На Эль Прима, на Джесси, такое себе. 100 очков силы, а куда мы закинем? Надо на бойца, который очень мал... Вот, на Джеки, как раз таки на Джеки. Здравствуй, на Джеки забрасываем, забираем монетки. И вот он, боец хроматический. То есть на этом аккаунте мы уже получаем себе Гейла прямо сейчас. То есть мы докачались. То есть я здесь не покупал ни одного уровня. Докачался своими силами и получил наконец-то Гейла. Еще и значок Гейла получил. Ну, я, естественно, поставлю сейчас Гейла себе на заставочку, потому что это хроматический боец. Офигенный дедулька. Не такой мощный, как хотелось бы, потому что у меня были сравнения, но боец все равно хороший. И у нас еще 12, ребята, наград. 12 наград. У нас 2 мега ящика и куча всего интересного. Ребята, лайков должно быть просто миллион. Так, давайте, мега ящик, погнали. И... Ну что за фигня, почему повезло вначале, не повезло сейчас? Кстати, на том аккаунте у нас 11 бравлеров, а здесь уже 14. А, подожди, 14, да, получается, мы выбили с вами 14, нифига, а, ну мы 3 бойца получили сегодня, было 11, стало 14, все верно, максимально верно. Так, давайте, 11 наград, забираем маленький ящичек. Кстати, мне нужно посмотреть, каких здесь бойцов не хватает, я реально забыл. А мы здесь редких всех выбили, или редкие у нас еще остались? Подожди, смотрим. Да, остались сверхредкие, эпики, мифики, редких мы уже всех достали. 10 наград, ребята, большой ящик, давай, сверхредкого, эпика, мифика, прикиньте, лего выпадет, я просто описываюсь от счастья, серьезно, я в шоке буду. 10 гемасиков, спасибо. Итак, большущий ящик, мы открываем свой, получаем 3, 2... Я всегда смотрю, вот на монитор смотрю и в нижний правый угол косю взглядом, потому что хочу увидеть там мигающую единичку, а лучше двоечку, а еще лучше троечку мигающую. Было бы, конечно, классно. Итак, в маленьком ящике у нас ничего не падает. Большой ящик. 3 предмета, 2, 1, тоже ничего. О, выбили немножко очков силы на Гейла. Давайте забросим сюда еще очков силы, немножечко. Итак, у нас с вами, смотрите, большой ящик и мега ящик остается. Вскрытие, маленький, ну, нифига. Итак, большой ящик. Если здесь что-то интересное, смотрим.
Пум, 3 предмета, 2 предмета, 1 предмет. Ну окей, ладно, последняя надежда. Последняя надежда выбить еще одного бравлера сегодня, это мегаящик. Реально, мегаящик это всегда, знаете, такая надежда на выпадение. Потому что, ну, в тех ящиках меньше шансов, мегаящики побольше шансов. Поэтому хочется именно здесь. Здесь не хочется, конечно, 5 предметов, хотелось 6. Ну что ж поделаешь, на мегаящике сегодня не повезло, забираем золотишко. Итого, у нас сейчас эта рубрика остановилась здесь, 31 уровень. Там у нас 25, да, или 24, 25 уровень, то есть 6 уровней разница. И мне интересно, хотите ли вы дальше продолжение? То есть именно до конца, чтобы я дошел на этих двух аккаунтах до 60 уровня, получил и там все награды, и в конце мы сравнили эти аккаунты. Вот серьезно, прикиньте, два аккаунта довести до конца и сравнить в конце, что? Что, какой, как, что будет лучше? Нет, понятно, что с донатом будет получше и поинтереснее там будут, и брабы больше, но интересно другое, что насколько будет разница на 60 уровне большая. Сейчас, конечно, у нас разница в 3 бойца. Какая разница будет в конце? Если вам интересно, будет продолжение данной рубрики. А чтобы было продолжение, нужно влепить лайкусик. Лепите лайкусики. Давайте, наверное, разочек все-таки за Гейла сгоняем. Давно уже не играл за Гейла. Я на основном аккаунте прокачал себе Гейла. В принципе, больше даже не заходил за этого бравлера. 600 кубаса лапнул, и мне хватило. Потом я играл... А, нет, подожди. Мы с ребятами играли 5 на 5. Устраивали битву пружин Гейлов. Ну... И это все показало, что Гейл не такой уж имба. Потому что, допустим, против Пока он сделать ничего не может. Против Эмс он сделать ничего не может. Я имею в виду один на один. Он довольно-таки не такой уж и сильный бравлер. Ну а в замесах, допустим, если сейчас подниму себе коктейль, то он будет очень мощным. Так, по 1400, ну да. И, кстати, я думаю, что его не будут... Это тот бравлер, которого не будут, скорее всего, фиксить. Потому что он и так обиженный максимально. Он довольно-таки не сильный бравлер, поэтому... Знаете, как было, допустим, с Бия. Как было, допустим, со Спраутом. Как было с многими бравлерами, которых потом вроде фиксили. Сначала апали жестко, они были имбой, а потом фиксили. Ну, посмотрим, как будет с Гейлом. И посмотрим, как будет с Нани, который должен выйти вот, ну, максимально скоро, ребята. Я думаю, вам ждать осталось, ну, возможно, неделю. Ну, не более недели. Так, смотрите, здесь у нас Роза. Пошла вон Роза. Так, и куда ты пойдешь, мне интересно. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Рика-Рика. Не-не-не, не быкуй. Вон, идите разбирайте между собой. Мне нафиг ваши тут бои не нужны. Так, Розу убили. Две баночки есть, я заберу. Где-то коктейль риснулся. Так, давайте, ну, Рика мы тоже... Или он сам умрет? Нет, он сам не... Ты сам не хочешь умирать вообще, дружище? Че я должен за тобой гоняться еще? Капец, у меня 10 банок. Вот такой дедуля, конечно, мощный. Вот такой дедуля очень мощный. В общем, я думаю, опять же, я не знаю, когда число, скажем так, выхода Нани. Или Нани. Нани. В общем, нового бравлера. Но я думаю, что примерно осталось, думаю, ждать неделя, может больше. Ну, не насильно, не сильно. Это мои предположения. Ребят, на этом все. С вами был как всегда Робзи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи, всем хорошего настроения и покедова.